В бега от правосудия. В информагентствах появились сообщения о том, что начальник скандально известной исправительной колонии номер 14 в Сухобезводном сбежал. Мы уже не раз рассказывали об этой колонии. Заключенные там сообщали о пытках и избиениях, и в знак протеста даже устраивали бунты. Вот что они в августе рассказывали в своих интервью. Они меня связывали руки, холодной водой обливали. И лупили, ноги отбивали. Подвешивали их, били палками. Мы сами это видели. Да. Вот, в конце результата Долгополов ночью умер. Его вывезли отсюда, поставили диагноз, что он упал с первого яруса. Ковятин, Санька, спали мы с ним вместе на спайке. Вот. В общем, заправился он плохо, его позвали. В общем, его начали сбивать и забили, в общем, его до смерти. Цель осужденных, вот эта вот мирная, я подчеркиваю, мирная акция протеста, была привлечь внимание общественности. Прекратить этот беспредел. Материалы об этом бунте мы показывали в августе, и тогда же следственные органы начали проверки в колонии. И вот сегодня сообщили информагентство о том, что начальник исправительной колонии номер 14 Василий Волошин в спешном порядке покинул Россию и сейчас находится где-то за границей. Известно то, что он был уволен. У нас есть ответ одному из заявителей от ФСИНа, да, и там достаточно размытая такая формулировка, что он отстранен от занимаемой должности в связи с увольнением. По какой причине это увольнение было, загадка. То ли его уволили, то ли он уволился по собственному желанию, то ли там за выслугу лет, неизвестно. Кстати, от комментариев правоохранительные органы воздерживаются. В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области комментировать эту ситуацию также отказались, сославшись на то, что Василий Волошин уже не является их сотрудником.